Важнейшей частью всех программ города является благоустройство. В текущем году введено в эксплуатацию 14 общественных пространств, включая участок под мостом для прибрежной части города по улице Жамакаева, а также населенных пунктов. Кроме того, в населенных пунктах и отдаленных уже участках доступно около 30 детских площадок, каждая из которых находится в эксплуатации. Кроме того, семьи в общественных местах установлены дополнительные скамейки для отдыха и урн для мусора города. В общей сложности установлено 115 скамеек и 150 мусорных баков на территории Парка Победы, железнодорожного вокзала, в районе аэропорта, площади Ауизова, на аллее улицы Бегалина, возле мемориала вагона смерти, а также в центральных частях улицы города. Здесь стоит отметить, что скамейки, ставшие раньше в этих площадках, были отправлены на реставрацию. После реставрации скамейки будут снова установлены в районах Бустаева, Глинки, Сатпаева и на улицах, где нет соответствующих скамеек. В 2023 году капитально отремонтировано 71 двор с охватом 108 жилых домов на окраинах и центральной части города. Были проведены такие комплексные работы, как установка освещения, замена труб теплотрасс, водопроводных труб, асфальтирование, установка детских и спортивных площадок. Хотелось бы отметить, что отделом ЖКХ был проведен мониторинг, где был выявлен факт отставания от графика 6 дворов на квартирных жилых домах по причине несвоевременной поставки малых архитектурных форм подрядной организации ТО «Арнаев-Курлус». По данным фактам был составлен акт неустойки и требования о выполнении всех работ. На основании подписания подрядной организации работы завершены будут в течение до 10 декабря. Вместе с тем, на все проведенные работы имеется гарантийный срок 2 года. В течение данного срока все недочеты будут устраняться за счет подрядной организации. Данные работы находятся на ежедневном контроле. Также сообщаем, что работы по благоустройству дворов будут продолжены в 2024 году. В следующем году также будут обустроены дворы не менее 70 многоквартирных домов и будут построены детские площадки во дворах домов на окраине города. Касаемо проведения порядок фасадов жилых домов. В 2023 году в целях улучшения внешнего вида города в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства было отремонтировано фасады 41 многоквартирного жилого дома. Также на стенах 9 многоквартирных домов были нарисованы муралы, показывающие туристический облик города и украшающий город. Стоит еще отметить, что в летний период были обновлены 5600 аншлагов улиц на домах частных секторов и многоквартирных домов с добавлением QR-кода. На сегодняшний день, согласно алгоритму для проведения текущего ремонта фасадов, в 2024 году будут составлены списки 43 многоквартирных жилых домов. На 4 декабря текущего года запланировано заседание для утверждения данного списка членами общественного совета. По твердобытовым отходам, одним из важных вопросов был несвоевременный вывоз мусора. Для решения проблемы вывоза твердобытовых отходов внутриквартальных территорий разработан план мероприятий по увеличению количества контейнерных площадок, установки контейнеров нового формата с большим объемом нагрузки, увеличению количества специальной техники для вывоза мусора. На сегодняшний день акиматом города приобретено 1500 единиц мусорных контейнеров, соответствующие новым стандартам. Кроме того, проведена масштабная работа по ликвидации стихийных свалок. Для этого космический мониторинг выявил на территории семьи 283 мусорных свалок, 39 из которых находятся в сельских округах. Для организации вывоза и ликвидации стихийных свалок за акиматами сельских округов и отделами акимата было закреплено участки. По состоянию на 8 ноября текущего года очищены от мусора 244 участка в городе и 39 участков сельских округов. То есть очищено полностью. В целях недопущения вывоза мусора в несанкционированные места совместно с управлением полиции города семи посредством камер видеонаблюдения «Сергек» организована работа мобильного патруля по выявлению фактов несанкционированного выброса мусора. По итогам 10 месяцев 2023 года выявили 3463 случая административного правонарушения. Наложено 25 административных штрафов на сумму более 1 945 000 тенге. По уличному освещению. Следующий важный вопрос обеспечения жизнедеятельности города. Для проведения работы по уличному освещению городского бюджета выделено 540 миллионов тенге. В 2023 году проведено работу по освещению 55 улиц центральной части и окраинах города. В рамках работ заменяются изношенные столбы, частично ремонтируются сломанные светильники.
По теплоснабжению. Одной из главных проблем на сегодня является износ тепловых сетей города. Износ ранее составлял 68%. Для обеспечения качественной бесперебойной подачи тепла жилым домам ведутся работы. Заканчивается работа по реконструкции двух котельных в центре Габасова с установкой дополнительных подогревных котлов. В данный момент завершена работа по реконструкции тепловых сетей. Ведутся работы по планировке перекопанных участков. В текущем году для подготовки к отопительному сезону 2023 года отремонтировано 48 километров тепловых сетей и 5 центральных тепловых пунктов за счет средств республиканского, областного и городского бюджета. Кроме того, за счет средств предприятия были отремонтированы тепловые сети на сумму 247 миллионов тенге. Социальная сфера. В данный момент в микрорайоне Карагайлы начато строительство работ нефрологического центра и поликлиники. Также в текущем году во благо общества был передан кризисный центр для жертв бытового насилия. В этом контексте хотелось бы отметить, что ранее КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг» центр располагался по улице Валиханова. Здание было не приспособлено и очень тесно для детей с особыми потребностями. Сейчас центр Глинки переехал на по адресу Глинки 40. Она более подходящая для детей, посветлее и попросторнее. То есть если ранее весь центр было около 500 квадратов, сейчас переехал здание 3700 квадратов. То есть все условия мы в этом году для детей особыми потребностями выполнили. На 1700 квадратов на сегодняшний день уже располагается, и также остальное будет отремонтировано, и дальше будем развивать, то есть оказание специальных услуг. За 10 месяцев 2023 года трудоустроено на субсидируемые рабочие места 2374 человек, в том числе трудоустроено молодежи на субсидируемые места 910 человек. Образование и дошкольное воспитание. В городе функционирует 68 образовательных школ. Общее количество учащихся составляет около 53 тысяч детей. В текущем году всего по городу семьи закончили 9045 учащихся. Из них НТ сдали 1871 всего школ. От списочного состава учащихся в 2023 году. В 2023 году было предусмотрено проведение капитального ремонта в трех учреждениях. Также в целях снижения дефицита ученических мест в 2023 году в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство двух школ. Это школа на 1200 мест в микрорайоне Карагайлы и школа на 600 мест в поселке Водный. Строительство данной школы будет осуществляться через фонд АО «Самрук-Казна». Кроме того, в районе Заря в левобережной части города в рамках меморандума 100 «Каз Минералс» ведутся работы по строительству школы на 1200 мест. Строительство данной школы позволит дефицит ученических мест в районах новостройки и океана.